Они, кстати, на них все очень резко могут тормозить и заносить. Что ли? Блин, я, короче, вчера домой шел уже поздно. На это сам, на Тузаводской. На МЦК. На какой-то шляп. Как-то не очень по себе становится от этого. Не, ну мне кажется, чувак 300 мм, но дальше. Приехал чувак, а его никто не знал. Он так решил выпустить. Показал разворот, блядь, это прям страшно было. Потом он не предупредил, и он просто вернулся так. Я понял, что, пожалуй, надо пить. Ну да, смотришь, как будто дурак какой-то. Дурак, конечно, ты же не ждешь. Ну да. Ты приехал, то есть, баба, да, вот это есть. А он какой-то чукавкайся, непонятно. Ну да, скажешь ему что-нибудь из тебя. Давай. Саблю достанет, начнет махать. Ой, куда эти мудаки едут? А что, вверх надо ехать, да? А? Что-то север нам объехали как страной. Север нам туда вниз. Чё? Да, проверь, Я останавливаюсь не вашим. А? Ну да, да. Пробочка. Пробочка. Сильное сужение. Не, просто подъем, поэтому там все начинают. О, здесь нормально. Ну их. Я задолбалась. Не могу. Пойдем, посмотрите там. Снимается. Давай. О. Прикольно дело. Почти доехали. А? До севера. Он так увидел? Нет. Значит, привык кататься на таком? Ну там по-любому кто-то поляет. Не, может они по очереди. Эти баки. А у него ребенок сейчас сзади сидел, и он тоже умирал. А как еще тебе байк можно еще ребенка посадить? Ну тяжелый мотоцикл этот мотоцикл, блядь. Велосипед и сзади кресло еще детское. Mm. Ну, какой-то такой обычный, не МТБ, обычный велосипед. Mm. И он, короче, вез сына, и ему вообще ничего не сделать, потому что ну, он просто бьет его с ней свалиться на месте. А прикинь, вот спуски там, не знаю, там, ну 30 градусов даже. Тяжелый подъем, блядь. Блядь, уже у тебя сердце там упрыгивает.
Ил, ему вообще некуда деться. Я-то хоть как-то становлюсь за него один сильный. Не знаю, может, он лучше меня отдохнувшего, но я не знаю, но он прям пыхтел. Блять, и не слезть. Прокачанный. И не слезешь, понимаешь? Мне кажется. Вот после чего я понял, что в Крылатске я, пожалуй, больше не буду. Блин, надо съездить. Ну ты что, ты когда... там поработать собираешься, да? В Крылатске? И посмотришь, да. На вон стадионе. А, это не ты в Крылатске, что ли? Нет. Я, короче, Юру мучил, говорю, куда ты идешь работать-то? Он говорит, я скажу потом, скажу. Только ты мне сначала, говорит, скажи. Я ему сказал, он говорит, я тебе в понедельник скажу. Ну вот это верование, блин, эти чеховские. А что он не хочет сказать нормально? А? Ну, такой. Блин, как будто мы это самое, ему сейчас конкуренцию какую-то составим. Сгладить. Наверное, про Северин кому-то сказал и в итоге сгладил. Ну, смотри, какая картинка получается. Прикольно. Еще крылья. Да. О. Ну, это ты сейчас себя видишь. Вот, смотри. Да. А потом резать будешь? Ну, потом надо посмотреть. Могу тебе скинуть, хочешь, ты порежь. Ну, поехали. Ну, фотошоп там или что-нибудь такое. А до премьер. А, я понял, приход. Атриум. Северин, вон там. Хотят какую-то рощу построить, я прям слышал. Вот здесь, да. Небоскреб, и все вниз, торговый центр. И чувак, который это рассказывает, и после Атриума сложно это место строить. Можно. Ну да. Не, Атриум внутри прикольный, а вот снаружи, конечно, стрёмный какой-то. Стрёмный курс, вон да, вот здесь, Ну да. А? Ну блин, они хотят деньги зарабатывать, они не хотят там по бутерброду. Не так. Цель не потратить. Ну да. Это полосе хорошо на успех есть, наверное. Да. То есть, может, даже есть, когда машины ездят туда-сюда, ты в центр встал и погнал. Да. Понятно.
и вот эти ДПСники говорят вообще ниоткуда. Здравствуйте, откуда же вылез? Все, давайте пока. Такой, этому самому чуваку, давай, иди сюда. Тут такой, что я сделал, все. Машину такой, все, затащил, все. А вот когда наш иностранный с тобой разбирается будет больше, мне кажется. Да, вот здесь. А потом туда ушел, там такой же чувак, такой в белом шлеме. Я смотрю, вот Руслан туда сейчас поехал. Вот это вот. Да, я думаю, это ты. Ну, блин, когда ты издали смотришь вот так вот назад. Ты смотришь, зеленое пятно. Пожрать, да? Шварценеггер на фатбайке ездит. Сейчас тебе прислал фотку. Ну да. Ну ему прям это самое, прям только фатбайк, ему больше ничего не надо. Другой не пойдет. Ну похоже, не, ну особо гнать-то тоже тут не охота, все-таки народ так расслабляется. А особо для дня. Вы здесь на подъеме, да? Ускоряется практически.
собачка. Мне кажется, собачка не как бы стандартные самые, есть скорость, вот они с ней и... они не ускоряются особо, не замедляются. Ну, да. Особо не реагирует, кстати. Ой, град. Ну, я не знаю. Ну, не все равно. А? Ты спокойно хочешь, да? Понял. Давайте съездим. Большой банан стоит. А, помню. Я представляю. Он, знаешь, прицепился кому-то. Костюм, да.
давай. Сворачивай. Нападай направо, блядь, уйдем. Просто закинь. Давай, ну ты хочешь уйти какой-то, либо лево, либо право, совсем, да, съехать на не, я предлагаю посередине закинуть сейчас. Ну нет, справа нет, давай, понимаешь, правильно. Ну ты не накатался еще? Ну так. Ну я бы что-нибудь съел бы.